моем канале Лэм Лемон, и сегодня я бы решила с вами показать свой ресторан, ресторан Тайку 2. Вот он. Он такой большой, двухэтажный, у меня есть все блюда, но 5 звезд у меня до сих пор нет. Поэтому я хотела бы это исправить. Вот эти 5 звезд. И с вами мы сегодня будем это пытаться исправить. У меня много денег, но я могу есть все. Утрат, есть все, все, все. Сейчас вам это покажу. Только где-то где-то участка, но я его и не хочу. А теперь пойдемте. Вот здесь встречает администрация, которой нету. Ну, можно сказать, я типа тут сижу, я же босс типа этого ресторана. У меня здесь есть много-много официантов, причем все официанты, сейчас покажу. Все повара, за робокс уже. Все официанты, все операторы, все водители, все менеджеры, ну, это мои друзья. Пойдемте. Это кухня. Вот тут такая вот кухонька. Здесь готовят много поваров, тут драйвер, туалет. И большая кухня. Тут есть много столиков, здесь драйв. Здесь на уличные столики. Кстати, надо будет кое-что изменить. Мне вот что не нравится, сейчас мы будем то и менять. Вот что я не хочу поменять. Мы будем сейчас с вами это удалять. Вы сами понимаете, почему. Потому что это сейчас уже не подходит, это уже под Новый год. А тем более у нас скоро совсем, совсем скоро весна. Что я продала? Я что-то случайно продала. Вот что я продала. Сейчас вам покажу, что я продала случайно. Ох, придется это сейчас пойти покупать. Да пошлите. Я уже понимаю, что я продала, да? Я же продала это. Мне же не кажется. А вот, кстати, драйвер пришел. Спасибо за бабло. А, нет, я не продала. Мне показалось, наверное. Хык, повезло. Ладно. Сейчас надо подумать, что сюда можно бы было добавить. Сюда нельзя было бы столики. Почему? Потому что официанты проходят сквозь. Они вот так такие. Пум. Мне этого не хочется. Надо сюда что-то подумать, что бы добавить. А, я бы сюда хотела добавить икону. Но, ой, но нельзя, потому что как бы... Ну, вы сами понимаете, почему. Потому что вот тут я вам объяснила, оно бы, типа, официанты влазили бы. А я это не хочу. Нет. О, боже. Природа попробую нажать. Может, тут выберу какие-нибудь кустики там. Кустики, елочки. Да, выберу там кустики. У меня денег все равно много. Сюда там какой-нибудь еще кустик. Сюда вот такой вот большой кустик. Ага, нельзя. Там этот кустик вместим подальше, вот так. Так должно вместиться. Природа. Кустик. Нет, это маленький кустик. Большой кустик. Вот такой вот огромный кустик. Угу. Кустики маленькие. Сюда вот такой вот кустик. Не, ну а что? Теперь добавим деревья. Это же больше растений было. Это как-то у меня и с природой не очень везет. У меня мало всякой зелени. Но это надо исправлять, конечно. Деревья. Ну, нет, давайте продадим эти кустики. Я придумала, как это по-другому. Продать.
И сейчас это продадим. Продать. Теперь заходим в природу. У меня же все равно много денег. Да не это. Добавим. Можно добавить красивое ровное украшение. Например, пальму. Скажите, круто будет выглядеть. Ну что, прикольно же. Правда, я знаю, что это как бы больше летнее, но и что. Тоже красиво выглядит. Две пальмочки. Беру камушки. Расставляю рядышком. Пошлите сюда. Расставляю здесь. Раз, раз, раз. Все, камушки готовы. Мне прям нравится. Теперь можно добавить и большие камушки. Или добавить еще немного пальм. Но уже лучше выглядит немного сзади. Можно добавить какие-нибудь побольше камушки. Или добавить, например, трав. Да, надо повыше травку сделать, знаете. Точно, я придумала, что сделаю. Я сделаю просто повыше травку. Не камушки, а вот травку повыше. На нее, правда, на нее поставить ничего нельзя. Давайте добавим еще что-то, а потом травку повыше сделаем. Можно добавить вот эти камушки. Да, вот они больше сюда идут, они большие. Раз, раз, раз. Вот что мне нравится. Теперь мне вот больше нравится. Можно добавить какую-нибудь фигуру камушек из камушка. Тут проложу как такую, типа. Все, мне все нравится. Дорожечка из камней. Теперь добавлю вот такую пальму. Да, сегодня могу с вами тут, мне кажется, строить. Уже 8 минут, как на стройку почти ушло. У меня прекрасно. Ой. Ой, не в ту сторону. Не то. Не то. Ты не то, не кухня. Не стулья. Природа. Тебе надо найти эту пальму дурацкую. Вот она. А теперь мне нравится. Что такое? Вот фигуру из камушков. Мне нравится. Всё. Прекрасно. Надо добавить сюда какие-нибудь и светильники все-таки. Ну, какие-нибудь китайские. Или вот такой вот. Все идеально. Эта дверь все равно никто не будет выходить, поэтому она тут и не помешает. Вот такие вот светильнички.
Может, что перекрасить можно краска. Нет, это мы сделаем черным, а это будет таким пусть. Вот, мне нравится. Посмотрите, как хотел переместить немного. Вот сюда. Да. Мне нравится. Смотрите, как клево. Тут пальмы, и тут типа фотозона, можно даже сфоткаться. Это как сюда войти, если хочешь сфоткаться. Не, ладно, просто припрыгнешь. Чё, я не запрещаю. Я не запрещаю, поэтому можно так. И тут я владелец этого ресторанчика, и поэтому я разрешаю так делать. Рядом можно поставить вот такие вот камушки. Смотри, надо развернуть. Вот так вот. Нет, мне не нравится. Поставлено не так, как хочу. Поэтому оно не поставится так, чтобы было прям идеально. Поэтому я хочу поменять. Мне не нравится, как стоит. Да нет. Так. Пальма тут эти вот. А, ну можно давать камушки. Камушки. Или рядом траву вот эту. Да, я же хотела траву выше сделать. Но нельзя. Ну, можно, в принципе, добавить остальные места. Если я больше никуда ничего не хочу ставить, то можно и места, и траву. Да. Да, в принципе, можно добавлять. Я не хочу в остальные места ставить траву. Ой, точнее, другие предметы. Другие предметы, кроме травы. И получается, это можно поставить же, да? Да, получается, да. Ну, ставим вокруг, типа, просто. Остальные места просто расставляем траву. Ну, в принципе, должно быть выглядит красиво. Я бы хотела поставить еще то сюда траву, но тут нельзя, потому что... В общем, потому. А, нельзя сюда ставить. Ты, боже, что ж у меня лагает так? А лагает, потому что, знаете почему? Потому что я уже несколько... Сколько запись идет? 13 минут. Вот почему она лагает. Запись уже идет 13 целых минут. Так, подвисни. Жить день настал. Все, везде траву расставила, теперь выходим. О, боже, посмотрите, как у меня заглючило. Тун-тун-тун. А теперь время показывать вам свой ресторанчик. А то что-то я вот застройка. Ресторан так и показала. Хотела вам показать, но стройка не показывала так и дальше. Так, ладно. Это вы помните, все, надеюсь. Теперь поднимаемся наверх. Здесь у меня более люкс. Здесь у меня туалет, опять же. Который смотрит на высоту. И на эту красоту вот эту внизу. Вот здесь у меня огромный с телевизором. Вот такие вот местечко есть. Огромный диван. А здесь тоже вот такие вот прикольные. На четверых. Здесь тоже на четверых такие есть. Здесь есть вот такие вот. А это детская зона. Тут больше для детей зона, типа. Везде, кстати, вот такое вот есть ограждение. Есть вот такое вот крутое. Ну и вот, типа, о, бриллиант. Кстати, у меня все куплено в игрушках. Я не помню. Музыка у меня, кстати, вот тут
это джазовый лаунж такой, типа. Я, кстати, не могу включить. Клиент у меня обычный самый. Смотрите, трак, игрушки у меня куплены все. За которые 15 дают, за которые дают, и тут 20 есть. Так. Я, к сожалению, не могу включить музыку сейчас, потому что меня может YouTube забанить за авторские права потом. А я этого не хочу. Мы сейчас опять с вами выйдем туда. Оператор, я знаю, что деньги валяются. Их соберешь там, спасибо. Так, у меня много официантов. Все, у меня тут все девочки. Видишь? Оператор девочек. У меня все. Причем они все одинаковые. Я не знаю почему. Так, драйвер. 57, ого. Поднимемся наверх. Да. Туалет. Мне очень нравится мой туалет. Это потому что она смотрит туда, вниз. Эту красоту. Прекрасную. С травой. Прекрасность. Тут еще такая. Ну, в общем. Туалет, правда, один на всех. На все вот это. А, нет, там же еще внизу. Кстати, это сразу и мальчичий, и женский одновременно. Да, у меня нет одновременно. Отдельно мальчичьего, отдельно женского. Тут то же самое. Ну что, мне все равно нравится все. Так. Ну, наверное, будем на этом заканчивать. Надеюсь, вам понравился мой ресторанчик. Как он выглядит. Я не добилась 5 звезд, да? Нет, я не добилась. Почти 4,9. Это, кстати, еда у меня есть все, видите? И вот американские еда. И Британия, и Китай есть, и Италия, и Япония, и Мексика, и Африка, и Австрия, и Венгрия, и Австралия, Бельгия, Голландия, Франция. Я не помню, как это вот страна немецкая, а немцы там, я не помню. Германия, во, Германия, Гречка. Греция, Индия, Индонезия, Корея, Ближневосточная, Филиппинская, русский еда, русская, скандинавская, испанская, вьетнамская, тайская, турецкая, южноамериканская еда, напитки и другие продукты питания, это вот. Что же, ветчина, пирог, ростриф, разные предметы, в общем, да. На этом все, наверное, всем пока-пока, с вами была я, Ламлион, люблю вас. Thank you.